Девушка, ставшая легендой. Имя Алии Молдоголовой присвоили международному аэропорту Актобе. Сегодня здесь открыли мемориальный бюст Героя Советского Союза. На торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине Великой Победы, пригласили родственников легендарной девушки. Лейла Ауесова расскажет о знаменательном событии. Международный аэропорт Актобе будет носить имя Алии Молдоголовой. Хрупкая девушка-снайпер, уничтожившая десятки солдат противника, стала настоящей легендой. Ее жизнь оборвалась 19 лет от вражеской пули. Она погибла во имя Великой Победы. За героический подвиг Алии Молдоголовой посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Праздничную церемонию приурочили ко Дню Великой Победы. В международном аэропорту Актобе, который назвали в честь Алии Молдоголовой, установили мемориальный бюст высотой 2,5 метра. Его автором стал известный актюбинский скульптор Женес Шбанхосов. Глава региона Ондасыну Розалин и представители актюбинской общественности сегодня собрались, чтобы отдать дань уважения памяти снайпера, ставшего образцом чести и доблести. Исследованию жизни и подвига отважной девушки-снайпера посвятил всю свою жизнь Галымжан Байдербес. 45 лет иду по этой тропе и видел очень много похвальных слов в заслугу Алии Молдоголовой. Алия Молдоголова – это мост между русским и казахским народом. Алия живее всех живых. Алия живет в наших сердцах. Ее подвиг бессмертен. Мы очень гордимся и рады, что аэропорт Актобе будет носить имя нашей дорогой сестры. Это так символично в преддверии Дня Победы. История аэропорта Актобе берет свое начало с 1933 года. Воздушные ворота, расположенные на пересечении крупных международных аэронавигационных трасс, связывающих Западную Европу с Центральной и Юго-Восточной Азией, способны принимать и обслуживать до 50 самолетов в сутки. Мы сейчас, допустим, да, уже вышли на тот уровень, выше момента до пандемии, который. Вот, допустим, если взять по пассажиропотоку за январь месяц по сравнению с прошлым годом, да, хотя в прошлом году даже пандемии не было, пассажиропоток вырос на 58% где-то. Рейсы потихоньку растут. В настоящее время международный аэропорт Актобе принадлежит Акимату Актюбинской области, получившему его от госфонда Самрук-Казна. В этом году актив включили в программу приватизации. И, как отметили в администрации, с переходом на баланс Акимата заработная плата сотрудников Актюбинского аэропорта повысилась на 50%. Лейла Осова, Жомарт Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актобе.